парные выступления – одни из сложнейших в фигурном катании. Важно понимать партнера с полуслова. Для этого необходимы месяцы, а то и годы тренировок. По словам самих спортсменов, самые сложные элементы в парах – это твизлы, дорожки и вращения. Особенно, когда нужно в шпагате забросить ногу на плечо партнеру. Готовили и ставили вообще нам очень долго. На семинаре каждый день по 2 часа. Нам ставили маленькими кусочками. Бывало, неделю целую ставили, ну, именно. И маленький кусочек потом снова переделывали, вообще убирали и ставили снова. А на шпагате у нас вообще долго эта поддержка не выходила. Думали уже менять вот эти поддержки. Были недопонимания некоторые в паре, но, слава богу, сейчас все уже нормально. Мы иногда спорили, ссорились из-за того, что мы делали неправильно. Но теперь у нас все получается, и мы рады за это. Чемпионат Украины такого масштаба в возрастных категориях от 11 до 15 лет впервые проходит в нашем городе за долгие годы. Во Дворце спорта собралось около 60 сильнейших фигуристов-юниоров из Киева, Харькова, Днепра и других школ Украины. Но вы знаете, понемногу мы сначала боялись, потому что в Одессе впервые такой большой, впервые чемпионат. Но тем не менее побороли свои страхи, и вот все проходит, и это радует. Это не первые вообще соревнования в Одессе. Ну, обычные соревнования всегда приезжают в Одессу, Харьков, там, Киев. Ну, хорошие спортсмены, тоже они очень сильные. Не знаю, может через год, может даже, не знаю, мы можем даже с ними сравняться. Несмотря на конкуренцию, одесситам удалось показать неплохие результаты. Серебро и место в резервной сборной среди девушек, бронза и серебро в парах. Конкуренция была очень жесткая, особенно вот среди девочек. Первая пятерка, достаточно плотно шли друг к другу. Вот, конечно, лидировала первое место, это наша знаменитая Анастасия Архипова. Вот, и между остальными четырьмя была жесткая борьба, вот до последнего участника была интрига. Вот. Ну вот в танцах было представлено 4 танцевальных дуэта. Среди мальчиков, к сожалению, одесситов достойных конкуренции не выявилось. А вот в девочках у нас есть Ева Шульга, которая заняла 2-е место. Она является одной из самых молодых участников чемпионата, она 2006 года рождения. Тем временем реконструкция Дворца спорта к чемпионату мира по хоккею в апреле следующего года идет полным ходом. Крышу уже заканчивают, переходят к демонтажу потолка и к его ремонту. Это уже как вид следующих работ. Одновременно будет точно, мы знаем, уже начаты работы по полностью капитальный ремонт всех санузлов, которые находятся во Дворце спорта, то есть это в целом. И оборудование раздевала, которое для этого требуется. Следующим по этапу это освещение, которое будет, естественно, полностью сделано по специализированным условиям, требованиям Международной ассоциации по хоккею. Кроме того, в марте в Одессе ожидается крупный чемпионат Украины по хоккею с участием команд мастеров. На эти соревнования, скорее всего, приедет президент Международной федерации хоккея. Дмитрий Богомолов, Владислав Нагай, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».